Мексиканец Сауль Альварес назвал причины, из-за которых не получилось организовать его бой с Геннадием Головкиным в этом году. Переговоры не прошли должным образом, поэтому бой не состоялся. Переговоры сорвались. Это бой, который должен был состояться. Я хочу, чтобы он состоялся, и он состоится. Многое в переговорах было связано с WBC и их санкциями. Они хотели установить определенные взносы, временные рамки, дедлайн, хотели внести свой вклад в обсуждение поединка. Как будто они имеют отношение к организации разделения гонорара, сказал Канело в интервью. Слишком много деталей. А я не собираюсь позволять кому-то диктовать условия переговоров в моем поединке. И для меня договариваться будет мой промоутер. У меня были другие вещи, которые были приоритетом. У меня был суд в Майами, о котором я должен был заботиться. Мой судебный процесс более важен для меня и моей личной жизни. В конце концов, бой с Головкиным состоится, но в тот момент он не случился, сказал Альварес.